Польские казки и поданни. Королевна жаба. Давным-давно, а может и не так давно, за горами, за лесами, а может неде недалеко, была пригожая краина. Володары у ёй мудрый и добрый король, але перед усим ён был уже старый. Ну что, ленивый собака, мы ободва с тобой уже старые, и мне надокучило сидеть на троне, ведаешь, что я б хотел зробить теперь? Поспать у сади. Ваша великость, прибыл ясновельможный гость, вашей великости, король. Знов, мне надокучило примать уладаров. Час передать корону, только которому сынов. Дякую. Дякуй. Учора батька выкликал меня до себе. Меня так само. И я у яго был. И он таки стомленный, керуя краиной уже стольки годов. Бесперапынна. Неподельна. Не абавязкова. И он не может вырашить, кому з нас передать корону. У вас он так само пытал, что бы вы зробили, коли б стали королем. Так, я сказал, что загадал бы провести великие змены, перефарбовать усе дамы у белый колер. Корычневый, больше практичны. Якая розница, белые дамы ти корычневые? Важно, каб люди были счастливые. И что, ты сказал про гэта батьку? Не поспел. И он заснул. Я хочу нагадать, что на сёння его великость король призначил нараду с сенаторами. Шановные сенаторы, которого из моих сынов мне выбрать у наступники? Нехай яны тягнуть жеребя. Спадарство гэта не лотерея. Треба их оженить. Чем лепшая жонка, тем лепш керовать будзе. Менавіта, оженить их. С князёўнай, ці с королевной. Мудрой, прыгожей. Я зразумел. Вы хочете, каб королевичи знайшли сабе жонок? Ну так, жонок, але... Мы уже выбрали их. Пригожие, мудрые, добрые. Для старейшего мою дочку, для среднего. Моя пасуе. А для молодшего? Я пропоную свою. Я наш даже отличить не умею. Досыть, панове. Конец нарады. Поклич сюда астролога. Одни покою шукают узорок спокою. Вот тут.
И ничего не шапайте. Як дети, дали бог. Стреляйте из луков магичными стрелами. Куда они полетят, там вы и знойдете своих нарочоных. Раз, два, три, стрел. Давайте хутенько, идите, шукайте стрелы, женитесь, да от меня отшапитесь. Я рифмую, что за ночь такая? Як гэта жаба? Скажи мне, что ты зачарованная королевна. Так и есть. Жартуешь? А где ты бачил, каб жаба говорила? Коли подумать, дык я ж заўсёды хотел быть оригинальным. Як я тебе батьку покажу? Что люди скажут? Я не узабаве змянюся. Усе вы так кажете. Сам побачишь, только ты повинен набраться терпеливости. Король досылает вам меньшаванни. Ему доклали, что у ночи каждый из вас вернулся с нараченую. Покажи мне ее. Ой, не, я без макияжу. Что мне робить, каб знять с тебе чары? Скажи, мо поцеловать? Я вспомнил. Король просил, каб кожная из ваших выбранниц соткала диванок. Диванок? Так, будет конкурс. Три кандидаты на корону, три нарочоные, три диванки. Чем пригожейший диванок, тем большие шансы. Иди спать и не переймайся. Что это я хотел сказать? Ага, диванок мае быть готовы завтра. Чараўніца, а колькі мне яшчэ быць жабаю? Будь цярплівая, цярплівая. Вось дык диванок. У меня две новины. Добрая, твой диванок оказался самый пригожий. А дрянная, тебе треба приготовить на завтра колдуны. Колдуны? Почему менавіта колдуны? Бо король их любит. И что теперь? Не журися. Иди спать. Треба быть терпливой. Уже скоро, скоро. Ну.
Что такое? Колдуны были не усмак. Вельми смачные. Так чому ты такие сломанные? Бо корону отрымаю я, але перед гэтым батька хоча познайомиться с моею нарачоной. Ну что ж, тады ходим. Я на тебе более не спотребится. Что ты нарабил? Что ты нарабил? А что такое кепское я зарабил? Вернися! Что робить? Что робить? Коли тройчи объедешь землю, вернися сюда и чакай моих загадов. Я тебе допомогу. Але докажи, что ты терпливый. Збоч налево, потом направо и вымови заклятие. Остатнее залежит от тебе. Домок на курыных ножках, почастуй меня после подорожжа. Ну, я стримала слово. Жабка, подай мне, коли ласка, корону. И уладарили яны долго и счастливо.